«Я иду в лес». Если вы слышите эти слова, значит, ваши шансы на победу значительно уменьшились. Однако когда-то это было в рамках разумного, было нормальным и даже ожидаемым, что кто-то пойдет с первого уровня в лес. Что же такого произошло, что теперь эта роль больше не существует даже на самых низких рангах? Погрузимся в воспоминания, пусть и не самые приятные. Сразу оговоримся, что мы не будем смотреть на лесников в профессиональных матчах. Достаточно сказать, что этой роли там практически не было. Смотря на паблики старой доты, следует учитывать, что игроки прошлого имели другое восприятие привычных нам вещей. Ролей как таковых в пабликах не было. Герои либо беспорядочно пикались и также беспорядочно собирались, либо в лучшем случае пикались по определенным стереотипам. Бьешь с руки, значит керри, много хп, значит оффлейнер и так далее. Все довольно просто. Говоря кратко, дота была не соревнованием, дота была местом для фана. Опять же, видишь, не было такого, что вот я мидер, я вот хочу только в миде стоять. Люди играли на всем. Ты мог играть одну игру на саппорте, там стоять потом в оффлейне, терпеть там против триплы. Ну, то есть, не было такого. И тут возникает проблема, что линия у вас 3, а команда состоит из 5 героев. И вот что в этом случае можно сделать? Пикать еще одного кора и пытаться забрать фарм? Или может пикать саппортов, игра за которых тогда была полным унынием? Тут все же был выход. Вы могли получить свою часть фарма, если выбирали героя, что мог пойти в лес с первого же уровня. Фармить лес было просто стабильно, и вы не зависели от команды. Такова моя интерпретация того, почему людям тогда хотелось играть за лесника. Если у вас есть свои идеи, отпишите в комментариях. Причем мне очень понятно, насколько такой стиль игры был предусмотрен разработчиками. Вроде во второй доте и появилась отметка роль лесника, но их присутствие будто бы игнорировалось в патчноутах. В других моба-играх такой неопределенности нет. В Лиге Легенд лесник — это полноценная роль, которая утилизирует ресурсы и выходит на лайны гангать. В Героях Шторма все еще проще, там нет леса, а нейтралы — это именно что объективы, которые нужно забирать с командой. Долгое время на эту роль просто не обращали внимания, она была где-то рядом, но всем было как-то без разницы. Лесников никак напрямую не нерфили, но и не бафали. Можно, конечно, дотошно посчитать, повлияли ли множественные перестановки в карте на эффективность передвижения между лагерями нейтралов, но это все очень незначительно. Итак, первым по-настоящему значимым обновлением для лесников был патч 6.86, вышедший 16 декабря 2015 года. В игру был добавлен тот самый Iron Talon, что тогда собирался из топорика, кольца на броню и рецепта, в общей сумме стоя 500 голды. Его активка позволяла снять 40% от текущего хп любому крипу. Следует отметить, что на тот момент Quilling Blade сам по себе был намного сильнее. Он давал плюс 40% урона по крипам, если герой был милишником. После этого патча наши лесные салатащеры начали заметно чаще пикать легионку. Надо ли говорить, что поощрение такой пассивной и антикомандной роли не особо нравилось остальным 4 игрокам. Возможно, реакцию сообщества на новый предмет заметили и Valve, и с этого момента вы больше не увидите никаких бафов для лесников, только нерфы. Сам Iron Talon позже будет немного понерфлен, затем удален, добавлен как нейтральный предмет и снова удален. В патче 7.00 последовал первый нерф лесников. Нейтральные лагеря начали обновляться раз в 2 минуты, а не в одну. Это нанесло определенный урон популярности роли, но не такой уж и сильный, ведь лесники не могли зачистить все лагеря за 1 минуту. Настоящий нерф, который и убил лесника как роль, был выпущен примерно спустя 1.5 года, в патче 7.06. Нейтралы снова начали обновляться раз в минуту, но опыт и золото с них были урезаны на 20%. Да, это действительно было настолько просто. Чуть позже эти значения уменьшат еще сильнее, до 25%. Именно этот патч и есть главная причина, почему популярность лесников начала быстро падать. Фарм леса с первого уровня стал попросту невыгоден для самого лесника. Вскоре появился ролевой поиск, и в нем нельзя было выбрать лесника. Теперь игра на этой роли не только осуждалась командой, но и наказывалась самой игрой. И это еще не все. Прошло несколько лет, и вышел патч 7.31, который переработал нейтральных крипов, сделав многих из них сильнее. Теперь фармить нейтралов было не только невыгодно, но и сложно. Волки начали уменьшать урон от атак, кобальды обезоруживать, а големы, шишки и гарпии бросать с пылы в вас и ваших самонов. В этом же патче был сильно изменен топорик, теперь он дает всего 8 дополнительного урона по крипам, если вы играете за милишника. И вот, когда Valve в очередной раз расстреляли, закопали, сожгли и распилили роль лесника, осталось сделать лишь одно.
Быть может, стоит наконец убрать эту роль из фильтра по героям? И они сделали это. 10 января 2023 года можно считать датой не смерти, но окончательного разложения роли лесника. Единственным оставшимся следом этой роли можно назвать возможность поставить иконку на миникарте в лес во время пиков. Просто для сравнения, вот настолько популярен был лес в начале 2015 года, а вот настолько он популярен сейчас. Дотабаф иногда странно подсчитывает статистику, поэтому я не могу сделать каких-то более конкретных выводов, но разница тут, наверное, налицо. Тем не менее, было бы неправильно думать, будто эту роль убили одни лишь патчи, что напрямую нерфили нейтралов и предметы. На упадок лесника влияли и сами игроки. Лесников попросту научились контрить. Достаточно было блокировать лагеря и иногда навещать лес, чтобы забирать легкую цель, которая даже не имеет возможности сбежать под башню. Игроки в целом стали куда более ответственно относиться к игре. Стоять на лайне было просто эффективнее, ведь вы могли не только получать голду и опыт, но и забирать их у врага. Можно было вообще сыграть в агрессию и фармить героев с вышками вместо крипов. Поиск по ролям гарантировал, что вы точно сможете найти матч на свою позицию. А ведь раньше в лес иногда уходили из-за того, что все остальные коры были заняты. И даже если придется играть на саппортах для набора жетонов, то что тут собственно такого? Со временем саппорты стали вполне себе импактовой ролью. Можно спокойно взять какого-нибудь Никса, Лича или ВД и идти наносить тонну урона по вражеской команде. Лесники попросту рассосались по всем остальным ролям, и они начали ненавидеть оставшихся лесников за то, что они так неэффективно и антикомандно играют. Я тоже считаю, что удаление роли лесника скорее положительно сказалось на игре. И если вы не согласны со мной, то послушайте, что сказал Купей. How would you feel like if that rumor was true about the jungler shit? If they actually added the jungler role? That's cringe, dude. Остается лишь один вопрос. Что будет, если мы в текущем патче попытаемся с первого уровня пойти фармить лес? Нет, это не значит, что я буду мучить тиммейтов. Просто посмотрим, насколько быстро я смогу набрать на определенные предметы в лобби, не выходя из леса. Для теста возьмем троих героев. Врейскинг, Легион Коммандер и Фуриона. Для Врейскинга попробуем собрать Фейзы и Армлет. Итак, предметы собраны, 4000 нетворца на 13-й минуте. На самом деле это довольно близко к таймингам, которые обычно встречаются в пабликах. Следующим героем будет Легион Коммандер, попытаемся собрать фейсы и блейдмейл. Нетворса на 15-й минуте. По сравнению с пабликами это очень плохо. Ну и напоследок... Фурион, Фурион, по фарму чемпион, быстрее всех голду зарабатывает он! Собираем Power Threads и Orchid. Нетворса на 15-й минуте. Лучший результат, опять же, очень близкий к тому, что выходит при обычном лайнинге. Результаты перед вами, и хоть они и выглядят заманчиво, но следует учитывать, что все это тепличные условия. На лесника никто не нападает, и он может начать фарм с мелкого лагеря. Тогда как в настоящей игре, ему за такие мувы не скажут ничего хорошего. Для эффективного фарма леса вам придется поменять прокачку на менее полезную в дальнейшей игре, а сидя в лесу вы ослабляете одну из своих линий. В общей сумме ваша команда будет иметь меньше нетворса, а вражеская больше. Выходит так, что в самом лучшем случае лесники едва ли нафармят нетворс равно обычному лайнингу, и это при учете того, что он и его команда все равно будут слабее. Все это делает роль совершенно неиграбельной в текущем патче. Закончим этот ролик на одном феномене, который когда-то был в игре. Если вы думаете, что игра за лесника это максимально дегенеративное занятие, то я представляю вашему вниманию АФК фарм леса. Опустимся в вопросы о том, насколько это вообще эффективно или безопасно, и просто подумаем о том, как к этому вообще можно прийти. Заходите вы такие в игру, видите перед собой более чем сотню героев и предметов, и среди всего этого разнообразия вы решаете взять медузу, что уже как бы подозрительно, и после того, как вы взяли медузу, вы решаете вместо нормальной игры просто встать на холмик и неподвижно фармить нейтралов. Вы точно игрой не ошиблись?